Тренд-магазин СККС, представляем небольшие нюансы, связанные с установкой сим-карт для SAP UX6. К сожалению, здесь не написано, какой из разлотов что вставляется. Внимание, вот это вот разъем, который я показываю пальцем, это разъем GSM. Рядом находится микросим, второй разъем GSM, CDMA и разъем внизу. Естественно, когда вы вставите два разъема здесь одновременно, то GSM карты, то не будет работать этот разъем, это CDMA разъем. Вот карта Kyivstar, которая вставляется сюда, большая карта. Интертелеком специально взяли RUIM карту, она не еще зарегистрированная. Это стандартная RUIM карта, которая для ее активации достаточно пополнить этот номер и все, больше ничего не надо. Она вставляется в разъем внизу. Это CDMA разъем. Чтобы вставить разъем второй GSM карты, вам нужно вставиться вот этот разъем. Внимательно отодвинуть вот эту штуку. Она отбрасывается. Ставим. Делать надо крайне аккуратно, потому что очень легко сломать этот разъем. Вот закрыто. Сюда вставляется microSD. Включаем телефон. Да, вторую GSM карту мы вставили. Точнее, я вставил вторую GSM карту. Это просто GSM карта, которой я пользовался в Китае, когда ездил туда. Итак, первая сим-карта Kyivstar, естественно, зарегистрировалась сразу же. Так и должно быть. CDMA-оператор должен регистрироваться немножко дольше. Сами понимаете, почему. Вторая, естественно, стоит как недействительный сим, потому что используется карта, используется в другой стране. Это китайская карта. Но сеть тоже увидела. Это позволяет, вот сверху есть значки, роуминг, если ее пополнить, запустить, она заработает. И вот неизвестный, это идентификатор, руим карта Интертелекома. Проверим сначала звонок на Kyivstar. Сделаем звонок 466. Вот видим, Kyivstar связался с нами. Позвоним теперь любой номер на RUIM карту Интертелекома. Ну, например, наберем 4, ну, 112, 455, тот же самый. Это третья сим-карта. У мережі компанії Intertelecom ваш термінал не обслуговується. Естественно, терминал не обслуговывается, потому что номер не пополнен. Ну и недействительная карта, она вставлена только для того, чтобы проверять. Вот, в принципе, проблем нету. Но также еще вы можете сделать некоторые изменения с такими телефонами. Существует менюшка. Так званое инженерное меню, про него уже рассказывал. Network Setting. Network Info. Мы можем посмотреть информацию по всем сетям, по всем картам. Band Selection позволяет нам изменить. Здесь пишет Wi-Fi must off, will power off after test. То есть, что это означает? Что данную карту находится в тест-режиме, ее нужно провести тестирование. Wi-Fi позволяет подключиться по Wi-Fi, зайти в сеть Intertelecom, как это делается для активации. На сайт Intertelecom выбрать и там произвести активацию вашей сим-карты через сайт с помощью планшета либо телефона, либо просто пополнением, либо заехать в сервисный центр Intertelecom. Ну, есть очень интересная функция, когда откроется доступ к этой функции, вы можете менять свои сети, только 900, 1800, 850 и так далее. Также выбирается авто, он стоит по умолчанию. Абсолютно то же самое есть и на второй сим-карте, к
которая сейчас не активирована. Для этой он не сделает доступа, а не откроет, потому что она еще не активирована. Итак, телефон без проблем абсолютно работает в всех сетях. Правильно вставляете сим-карты и пользуетесь от Intertelecom. С Intertelecom 800-й частоты проблем нет.